«Легкая голова» написала Ольга Славникова. Рекомендую ее потому, что в этой книге такое количество языковых находок, такое количество стилистических фокусов с русским языком, в хорошем смысле слова. И есть идея о том, что люди, которых мы, в общем, считаем абсолютными злодеями, могут оказаться не совсем таким злом, как нам кажется.